В этом году Ульяновская область сильно пострадала от паводка. Вода заходила в дома и огороды. Ущерб от потопов насчитывается в миллионы рублей. Чтобы в дальнейшем предотвратить подобные чрезвычайные ситуации, водоемы необходимо расчищать. На очереди река Сельц. Дома в ее близи топят регулярно, не только в этом году. Начались изыскательные работы, которые нужны для составления проекта по расчистке реки. На данном этапе проводятся инженерно-геодезические изыскания. Как раз мы проводим гидрографическую съемку, определяем урез воды, уклон водной поверхности, также отметки русла реки и мощность иловых отложений. Протяженность расчистки 6 километров. Планируется перенести и выпрямить русло реки, а старое извилистое необходимо будет засыпать. Оно находится очень близко к жилым постройкам, и в будущем году вода начнет подмывать дома. Береговую линию расчистят от деревьев и кустарников. Иловые отложения на дне водоема более метра. Их тоже расчистят, тем самым углубят дно. В этом году планируется разработка проектной документации, ее завершение. И, соответственно, мы планируем в осенний период при окончании разработки проектной документации успеть подать заявку на защиту бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов для того, чтобы получить уже субвенции на следующий год на саму расчистку данного русла реки. И, соответственно, планируем в ближайшие несколько лет провести данные работы. На расчистку и перенос русла по приблизительным оценкам профильного ведомства потребуется около 60 миллионов рублей. Работы планируется начать в 2024 году. Напомним, что в этом году завершается расчистка Юрманского залива в Чердаклинском районе. Реабилитация залива стала возможна благодаря участию области в инициированном президентом Владимиром Путиным национальном проекте «Экология». Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.